Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджанно Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша калпатару вешки пасинду бевача, патитанан павуне бхавишна бибью намо нама, мукан кароти бача ланг пангум ланг хайтигрим, ятки патам ханг банди парма нандамадам, бриндавай тусиде байпиявай кешвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттамам Девин Сарасвати Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Като Падеши Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дхейям Садапари Бхабагнам Абиштадухам Тетас Падам Сибавринчанутам Сараням Петаттихам Панатапал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Джатпада паллаванукачандамани чатая, биспуржита кимапикопабаду шадарши, пурнану рагара сасагара сарамурти, сарадхика майкада кипам каруси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бхужоу канука бодату Санкиртанай кавитару камалая такшо Вишамбару диджабару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибха Рупам Муктинча муктинча дада синитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно приямананго мада пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Вагиша Джоссо Бадане Лакшмир Джоссо Чавакшаси Джасьяс Дехиде Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Рама.
Я сясти бхактире бхагавати акинчана сарвагуна истатру шама шати сура. Хару абхакто шакуто махадгуна мануратина сато дхавато вахи. Я сясти бхактире бхагавати акинчана сарвагуна истатру шама шати сура. Хару абхакто шакуто махадгуна мануратина сато дхавато вахи. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру said, Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Джагат Прабхупад сказал, что в процессе нашей проповеди автоматически Лабха Пуджи Пратиштхани приходят в нашу жизнь, и мы не должны отвлекаться на эти дешевые вещи. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамхамса Джагадгуру сказал, что в процессе нашей проповеди автоматически Лабха Пуджа и Пратиштхани придут в нашу жизнь, но мы не должны отвлекаться на них. Иначе мы потеряем нечто более важное. Проповедь — это не шутки. Льстец никогда не может стать настоящим проповедником. Шрила Прабхупада говорит, что льстящие люди, они не могут стать проповедниками. Те, кто стремятся к Лабхе Пуджи и Пратиште, для них проповедь, настоящая проповедь невозможна. Они не могут по-настоящему проповедовать. Проповедь может совершаться негативным образом и позитивным. Позитивная проповедь, она занимает долгое время. А негативная проповедь очень быстро. Негативная проповедь может принести очень быстрые результаты, но итог этой быстрой негативной проповеди тоже ничего хорошего из себя не представляет. Как Агасу, Бакасу, Камса, Тринаварта, Джарасанта, они все занимались негативной проповедью. Тоже она нужна, с одной стороны. Важна в каких-то аспектах, поскольку когда Камса, Тринаварта, Джарасанта, они напали на Кришну, то новости очень быстро распространились, что некая великая личность Кришны есть, что даже такие демоны не смогли его победить. Или Сахаджи в Навадвипе напали на Шрилу Прабхупаду из-за того, что он говорил об абсолютной истине, то эта новость тоже распространилась по всей Индии очень быстро. И вот кто-то жаловался, но хотел пожаловаться на этих негодяев, но Шрила Прабхупада сказал: «Не надо, это очень хорошо для нас». Иначе нужно было потратить многие тысячи рупий, чтобы вся страна узнала о нас. И вот благодаря им такое послание по всем газетам распространилось. И вот такие демоны, как Агасу, Бакасу и прочие, которые пытаются вредить Кришне, они занимаются такой негативной проповедью. Но позитивная проповедь очень редка. И таких людей очень сложно найти, тех, кто заинтересован в настоящей позитивной проповеди. Позитивная проповедь, если я приведу пример, вы поймете, что такое позитивная проповедь. Шрила Прабхупад говорит, для настоящей проповеди Гауравани я могу опуститься на любой уровень. Это зовется Ададаси.
что вот Шрила Прабхупад готов снизойти на любой уровень для настоящей проповеди Гауравани. Чтобы слушать моему Парамхамса Гурупад Падме. Я готов отправиться в ад с подписанными обязательствами, чтобы служить на какое-то время, чтобы служить моему Парамхамса Гурудеву. Это слова Шрила Прабхупады. Даже он говорит, я готов отправиться в ад навеки, чтобы служить своему Гурудеву. И на самом деле, если мы беспристрастны, мы подумаем с трезвым рассудком. Есть два вида служения. Первое — это гуру-сева и лаку-сева. Если мы разделим, пытаемся разделить и понять, мы поймем, что есть два вида служения. Лагу-сева и гуру-сева. То есть служение нечто значимому и легкому лагу. Незначительному лагу-сева — те, кто заняты служением майя. Это лагу-сева. А те, кто заняты служением гуру, гуру значит нечто значимое, тяжелое, важное. Они служат Бхагавану Шри Кришне, Верховному Господу. И поэтому это гуру сева. И вот мы должны узнать важные вещи, что куда бы мы ни смотрели. Мы должны видеть своего Гурупад Падму во всем бесконечном мире. Это отражение того трансцендентного мира, искаженное отражение. И Шрила Прабхупад говорит, что весь этот материальный мир, все, что мы наблюдаем, это отражение лотосных стоп Шри Гуру. Мой Гурупад Падма, он везде. Куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть во всем нашего Гурудева в различных формах. Он может явиться, он хочет помочь и защитить нас. И вот как Шрила Прабхупад, как он воспринимал своих учеников, он воспринимал их как гуру, никого не считал учеником. Он думал, что Бхагаван послал их, чтобы защитить меня. И вот Гуру Даршан и Лагу Даршан. Можно найти два таких мировосприятия, мировоззрения. Если мы не способны защитить Сиддханту, наше учение Сампрадая, Шрила Прабхупада очень часто говорил, чтобы защитить и сохранить Шраутавани. Это главная обязанность Ачарьи. Это единственная обязанность Ачарьи. Даже не главная, главнейшая, единственная обязанность настоящего эффективного Ачарьи. Это защитить Сиддханта Вани, учение Сампрадая. Поскольку если Сиддханта Вани защищены, я знаю, не все могут понять это. Но если мы подумаем, будем аналитически размышлять, то поймем, что если Сиддханта Вани защищены, то все остальное защищено, и не нужно думать об этом. Если учение Сампрадая защищено, то все. Со всем остальным тоже будет все хорошо. Сиддханта Вани — это наше настоящее богатство. И вот если это Сиддханта Вани, учение Сампрадая защищено, то это главное. И Шрила Прабхупад говорит, что если люди хотят критиковать меня, кто-то нападает на меня, они могут делать все, что угодно, но я всегда готов встретиться с любыми сложностями в моей жизни, с любыми событиями ради гуру-севы. Для
И ради Гуру Севы я готов встретиться с любыми событиями в своей жизни, чтобы осознать, что такое Гуру Сева. Это займет жизнь за жизнью. Мы тратим жизнь за жизнью для того, чтобы узнать, что такое Гуру Сева. Даже далеко не все могут подняться на нейтральный, беспристрастный уровень, чтобы понять, что и что. Можно наблюдать, что почти все придерживаются какой-то организации, какого-то изма, и поэтому не могут прогрессировать на духовном пути. Перед тем, как отправить группу преданных в другие страны для проповеди Гуру Вани, Шрилы Прабхупад говорил Харикатху перед некоторыми преданными. И вот он хотел послать посланников на Запад. И перед этим говорил такие слова, что вы отправляетесь на Запад. Помните, что с материальной точки зрения они более продвинуты в науке, в технике. Они думают, что они очень могущественны, они горды. И таким образом, когда вы будете проповедовать там, вы не можете ожидать, что они будут уважать вас. Обычно те, кто говорят какую-то ложную философию, идут на компромиссы с майей. Они очень быстро получают какое-то признание, уважение, достигают какого-то успеха из этого компромисса с моей. Шрила Прабхупад говорит, если я пойду на компромисс с каким-то обществом, которое живет неправильной жизнью, я знаю, что они занимаются всякой ерундой, но если ради дешевой славы я пойду на компромисс с ними, компромисс значит, нужно принять что-то плохое от них и потерять что-то хорошее от себя. И вот компромисс значит, с кем мы идем на компромисс, мы вынуждены что-то принять от них, не всегда хорошее, и потерять что-то, отказаться от чего-то хорошего от нас, от себя, что невозможно в случае чистого преданного. И признак чистого преданного то, что они никогда не идут ни на какие компромиссы относительно чистой преданности. Нет вопросов, никаких компромиссов. Шрила Прабхупад никогда в своей жизни не шел ни на какие компромиссы ни с кем. И Шрила Прабхупад говорил, если весь мир оставит меня, но все же из-за моей абсолютной харикатхи, если весь мир отвернется от меня, то все же я не прекращу говорить об абсолютной истине. Я буду продолжать говорить об этой абсолютной истине, находясь под сенью лотосных стоп моего Гуру Падмы. И бесстрашно я буду продолжать говорить об абсолютной истине. Я буду продолжать, пускай делают все, что хотят, даже если весь мир отвернется от меня, даже те, кто пришли ко мне, и те, кто хотели принять меня как гуру, если они все оставят меня, но все же я не прекращу говорить об абсолютной истине и не откажусь от своих убеждений. И вот признак чистого преданного –
беспристрастность. Он должен быть беспристрастным, простым и просто сердечным. Но тут сложно перевести это слово «саралата». То, что внутри его сердца, то он и говорит искренне. Не то, что думает одно, делает второе, говорит третье, это неправильно. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что саралата искренности, просто сердечность, терпение, беспристрастность — это качество вайшнава. Шрила Прабхупада никогда не шел ни на какие компромиссы. И поэтому очень сложно достичь какой-то популярности. Если я буду говорить об абсолютной истине, то кто подпишется на нас? Какой-то такой широкой славы сложно достичь. Но зато я обрету милость Гуранги Нитьянанды. Это я могу гарантировать, что я могу обрести милость Нитьянанды и Гуранги. Это главное. Но популярность, она не придет. И вот, если идти на компромиссы с майей, то образуется много последователей. И вот, когда Шрила Бхактивинода Тхакур явил лилу болезни Сванада Сукада Кунджа, Шрила Прабхупада попросил Бхактивинода Тхакура, чтобы он не уходил из этого мира прямо сейчас, что мне нужна ваша помощь. Но все же Шрила Бхактивинода Тхакура продолжал являть лилу болезни, чтобы обмануть нас, как Нарутам Тхакур. И вайшнавы являют такую лилу из-за того, что мы отвернулись от гуру вайшнавов, и поэтому они являют лилу болезни. И вот по просьбе Шрила Прабхупады, Шрила Бхактивинода Тхакура восстановился, и потом вот возник спор по поводу брахманов и вайшнавов. Кали — это век споров. И вот со стороны смартов, браманов, они утверждали, что вайшнавы бесполезны, а браманы превыше всего. И вот споры, борьба на эту тему возникла, кто мог решить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, его пригласили туда, чтобы он выступил. Сказал слово на эту тему, но из-за болезни он послал Шрилу Прабхупаду, благословил его, чтобы тот от его имени все им объяснил. И Шрила Прабхупад отправился в Миднапур. Там было огромное собрание. И Шрила Прабхупад участвовал в этом собрании. Председателем этого собрания был Вишвамбарананда Девгасвами, великая личность. Он с Шьямананда Паривара. Но все же он был прекрасным человеком. Он не был саньяси, но все же был прекрасным преданным. И Шрила Прабхупад сказал, что в своей жизни я не видел такого прекрасного преданного, кто имеет полное знание о шат-сандарбхах, о шести сандарбхах. Шрила Прабхупад был беспристрастен, то есть хотя он был с другой сампрадаи, но все же. И вот Шрила Прабхупад однажды тоже высказался, что он
путешествовал по Вриндавану долгое время и ни одного вайшнава не встретил. Ну что это значит? И вот Шрила Прабхупада сказал, что не мог найти ни единого вайшнава там. Что это значит? Что нет вайшнава во Вриндаване? Вайшнава есть, но такого вайшнава. Шрила Прабхупада хотел сказать, что так, вайшнава такого калибра, кто следует Радхаране по-настоящему, таких там нет. Как Манохар Дас был великим вайшнавом, жил где-то на Говиндакунде, вот он говорил с Шрила Прабхупадой, врача все думали, что он Сидда Махатма. Но не было Сидда Махатмы. Шрила Прабхупад после того, как он поговорил с ним на берегу Говиндакунды, он был счастлив. Почему? По крайней мере, он не говорил неправильно Сидданта. И поэтому преданные хотели спросить Шрилу Прабхупаду, что Манохардас Бабаджи Махарадж он Сидда Махатма или нет. Все Враджаваси говорят так. Шрила Прабхупада сказал, он не Сидда Махатма, но вся его сиддханта правильная. Процедура его баджана тоже правильная, но такого, этого уровня еще не достиг. Но преданный он хороший. И вот если кто-то будет говорить, что Шрила Прабхупада слишком горд и не видит никаких вайшнавов, то это неправильно. И вот однажды в Дели кто-то спросил его, что нет. Разве никакого другого пути к Богу, кроме Гауди Мадха? И Шрила Прабхупада сказал, да, что нет никакого другого пути к Богу, кроме Гауди Мадха. И что этим хотел сказать Шрила Прабхупада? То, что Свайамру Бхагаван Нанданандан Шри Кришна, Чайтанья Махапрабху. Конечно, многие могут совершать такой простой баджан, достичь какого-то успеха, но если мы хотим достичь Нанданандана Шри Кришны, нужно присоединиться в Гауди Матху, не просто присоединиться, а принять прибежище у Гауди Матху. Вы вынуждены будете принять прибежище у Гауди Матха, чтобы достичь этого, хотя можно наблюдать, что многие живущие физически в Гауди Матхе никакого отношения к Гауди Матху не имеют. Я могу математически это доказать, что хотя они живут физически в Гауди Матхе, отношения к нему никакого не имеют. Находиться в Гауди Матхе не так просто, это не шутки. Находиться в Гауди Матхе значит находиться со всеми шестью Госвами, значит находиться с Шрилой Бхактивинода Такуром, значит находиться вместе с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати и всем их учением. Хотя бы если ночь вы поддержитесь в Гауди Матхе. Что такое нахождение в Гауди Матхе? И вот находиться в Гауди Матхе со всей Сиддхантой, Бхакти Сиддханта Сарасвати, со всеми его принципами, учением Сиддхантой, с полной верой, любовью, восхищением всем учением Гауди Матха. Если вы хотя бы одну ночь продержитесь с таким настроением, значит вы достигли успеха, находясь в таком трансцендентном Вриндаване, которое описывается в этой шлоке. Вот сегодня Махарадж статью обещает написать, что опубликовать, что находиться в Гауди Матхе значит находиться на Вайкунхе. Если кто-то говорит, что Шрила Прабхупада говорит неправду,
то это ваше дело. И вот Шрила Прабхупад говорит, что находиться в Гауди Матхе, значит находиться на Вайкунтхе, в мире Вайкунтхе. И вот такая сиддханта очень редка. Мало кто может ее принять. И вот в Балигае, в Миднапуре, перед место Дига называется, это на берегу океана. Вот Гопалпур Дига в том месте. Чуть не доезжая, там это было организовано большое собрание, тысячи людей приехало. И Вишвамбарананда Девгасвами, он председательствовал на этом собрании, и он попросил Шрилу Прабхупаду, что вы достойнейший человек, чтобы решить эту проблему, пожалуйста, говорите. И Шрила Прабхупада начал объяснять. Мы не можем сказать, что Вамшидас Бабаджи Махарадж, он из семьи рыбаков, это неправильно, оскорбительно. Мы не можем сказать, что Гоу Кишардас Бабаджи Махарадж из семьи торговцев, это тоже неправильно. Мы не можем сказать, что Рагхунатдас Госвами из низкой касты или Харидас такого из мусульманской семьи. У нас нет права так говорить. Если у вас есть такое материальное представление, то, значит, вы материалист. Кто-то может носить одежду саньяса или занимать пост ачарьи, но если у него такое мировоззрение, это значит, что человек такой матерый материалист, хотя носит одежду саньяси. Я не хочу никого критиковать, просто называю вещи своими именами и вынужден сказать правду перед обществом. И вот Шрила Прабхупад сказал, ложные саду, ложные ачарьи должны быть разоблачены. Это всякие мошенники должны быть обличены. И это зовется Гора Крипа, милости Горанги. И вот обличать мошенников, это тоже, которые притворяются преданными, это тоже важное дело. И вот Шрила Прабхупад начал говорить, Махарадж книгу написал 12 лет назад, не вражда, а решение. Но некоторые люди думают, что одни враги вокруг, если они говорят что-то, что противоречит их убеждениям. И вот Махарадж считает себя собакой гуру и вайшнава, поэтому иногда так ругается на тех, кто выступает против гуру и вайшнавов. И вот однажды какие-то саньяси возмутились и начали, пришли откуда-то и начали возмущаться, кто это, ну, книгу опубликовал, вот это, не враждебность, а решение. И вот они сами попросили написать Махараджу эту книгу, а потом какие-то там эти моменты не понравились, начали возмущаться. Lacks of some bribe to one lawyer
or to one jug, he can keep the case fire. You don't know. One very important personality from this Bengal, I don't like to name. He what one. Ну, в общем, там какая-то скользкая тема в книге, но такая очень такая. You know, culture and you know, philosophy. Ну, вопросов много, в общем. В общем, следующая тема. Это же говорит, кто-то написал, какой-то известный человек здесь написал книгу по... Это прослушал название. Ну, в общем, про индийскую культуру и еще что-то. Потом какой-то индийский президент прочел эту книгу, ему она понравилась, и опубликовал ее под своим именем. Причем полную копию, даже ничего не менял там. Ну, это президент Майавади был, Махараш не сказал, как его зовут, но вот, ну, в общем, так прославился с помощью такого плагиата. Махараш даже называть его не хочет. И вот, в общем, он копировал эту книгу и таким образом прославился на весь мир. Под именем автора, хотя посмотреть, по сути, обычный мошенник. The case of Netaji Subhash Chandra, fire was there, he wanted to suppress. Because if the fire come in front of public, then everybody know this, that the chief minister of, prime minister of India, they cheated. That time, I'm not speaking about this time. That was the fire was suppressed. He was given the honor to take the post of chief minister of Bengal. I don't like to name. But everybody honored him. Really is a good doctor. Потом еще какой-то бывший министр Бенгала тоже таким образом прославился. Ну, Махараш не хочет имен называть. Ну, и такие вещи достаточно чистые, к сожалению. Вот такие люди не знают, что после того, как они ставят это тело, то по законам кармы будут наказаны за все свои действия. И, в общем, Махарадж говорит об абсолютной истине, несмотря на все угрозы, все сложности и прочие события, но все равно он готов к любым событиям. И вот, когда один панда из Радакунды сказал, что Рагунат Дас Гасай очень низкой семьи был, и поэтому он обычно брал пыль со стоп наших этих праотцов. Ну, в то время, когда тут жил. И, услышав это, Шрила Прабхупад начал поститься, сказал, услышав такую ересь, я не могу больше жить. И вот он начал, в общем, решил поститься. Зачем я вообще встретился с этим человеком? И вот Шрила Прабхупад начал, прекратил есть и пить воду, и начал поститься. И после этого 3 дня постился, 5 дней постился, только повторял харинам, и потом все преданные на Радакунде очень обеспокоились, поймали этого панду. Привели к Шриле Прабхупаде, сказали, чтобы он просил прощения за свои слова, и вот тот извинился. Шрила Прабхупад сказал несколько на какую-то харикатху, что как ты смел так говорить, он вечный спутник Радхарани. Ты говоришь так, что он из низкой касты.
И после этого Шрила Прабхупад говорил, что это обязанность ачарьи защищать честь и значимость нашей Гурварги и Гаудия Матха, поскольку Гаудия Матха — это единственная организация. Я не говорю о тех, кто пытается подражать Гаудия Матху или пользоваться его славой. О них я не говорю. Обычные демоны. Кто-то злоупотребляет славой и репутацией Гаудия Матха и Шрилы Прабхупады или собирает деньги под именем Гаудия Матха. То есть нужно смотреть на учение, то, о чем они говорят. Но прежде чем называться Гаудия Матхой, нужно смотреть, о чем люди говорят, что они проповедуют, каково их настроение, учение, мировоззрение. Хотят ли они прославить Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, и их Гаудия Матхи, или чем они занимаются, проповедь, значит, нужно прославить и нашу Гурваргу. Проповедь не значит проповедование о себе. Это не проповедь. Проповедь — это... Этим демоны только занимаются, как Агасура, Бакасура и прочие. И вот... To take garland from Mataji's is allowed? Not allowed. But that Acharya is taking. Even Mataji's cannot touch. И вот некоторые, кто принял саньясу, не могут следовать, не следуют принципам саньясы. Как, например, нельзя прикасаться к противоположному полу, но ведь имеется в виду те, кто принял отреченный уклад жизни. Но некоторые люди, нанося одежду саньяси, принимают массаж от Матаджи, а все остальное, хотя по-хорошему отреченные не должны ни прикасаться к женщинам, ни говорить с ними, ни... тем более есть то, что они готовят. Для саньяси есть определенные правила, которые он должен соблюдать, быть очень осторожен, чтобы стать таким, как огонь, чтобы его слова имели силу. Но это очень редко. Шрила Прабхупад предостерегал, и Бхактивинода Тхакура тоже предостерегал нас еще 150 лет назад. О, люди, те, кто занимают те, кто лидеры на духовном пути, вы должны быть очень бдительны относительно ситуации, которая возникнет в будущем. В Бхагаватам 5500 лет назад Бхагаватам было сказано в Бхавиши Пуране. И вот если вы обнаружите, что какой-то ачарья говорит неправильный сиддхант, то ведет себя смешно. Будьте уверены, что он не ачарья. Он просто служит какой-то майе, получил милость майя, но ачарья называть его неправильно. Гуру Кишора Дас Бабаджи Махарадж вроде на английском не говорит и на хинди не говорит, но он лучший из Парамхамса ачарьи. Его называют Парамхамса Ачарья Варья. Почему? Поскольку он хотел утвердить абсолютную истину, но таким иносказательным образом, не говоря философию,
другим способом. И вот однажды Гоу-Кишодас Бабаджи Махарадж пришел с Ванада Сукада Кунджа, но при этом как-то побрился на французский манер, оделся красиво. И вот он пришел к Шри Бхактивинода Тхакуру и спросил, что это, что случилось с вами. И он засмеялся и ничего не сказал. Что я вижу, что вот в такой странной одежде. И вот, он сказал, что сейчас я не могу, никто не будет думать, что я обманываю людей, но просто оделся как обычный наслажденец, и, не хожу в одежде саньяси и занимаюсь чувственными наслаждениями. Ну просто он как бы оделся так, как полагается человеку, который обычный наслажденец. Ну и пришел так посыл слов Махараджа в том, что мы должны быть честны и искренне. Если кто-то носит одежду саньяси, то вести себя должен соответствующе. Шрила Прабхупад, он единственный ачарья в этой вселенной, кто представил абсолютную истину в таком необычном, в такой необычной форме. Рамануджачарья, он, конечно, велик, но они не были такого уровня, как Шрила Прабхупад. Да, они, конечно, проповедовали хорошо, но не до такой степени, как Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупад на каждом своем шагу хотел показать, что есть что и кто есть кто. И все предыдущие ачарьи не говорили то, что Радхарани должна была сказать, но Шрила Прабхупад принес послание Радхарани. Рамануджачарьи и прочие, они, конечно, говорили истину, но не до такой степени они не были посланниками Радхарани. Вот Рамануджачарьи был вайо-аватарой. Но Шрила Прабхупад, он пришел от и из Радхарани, и поэтому на открытом собрании, когда он утвердил превосходство вайшнавов, они даже не могут быть сравнены с брахманами, даже это нехорошо, у нас нет права даже сравнивать вайшнавов с брахманами, настолько они превосходят их. И Шрила Прабхупад перед тем, как оставить тело, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал: «О, Прабху, ты должен сделать эти важные вещи. Первое — восстановить значимость варнашрама дхармы. Ты должен восстановить значимость варнашрама дхармы. Второе — ты должен прославить эту дхаму и заниматься развитием дхамы. Это нематериальное развитие. Строительство храмов, проповедь. Ну, то есть как-то, то есть не физически что-то там строить, а именно так, с духовной точки зрения, проповедь, ее слава, харикатха и прочие трансцендентные вещи. И вот Second development of Dhamma, and the third. Организовать Гаура-Дхамма-Парикраму.
Иногда можно наблюдать, что некоторые люди получили дикшу лет 40-50 назад, и то находятся в невежестве. И это говорит о том, что настоящие дикши, они не получили Шрила Бхакти, он такого хотел принести благо всем живым существам. По крайней мере, они могут прийти совершить парикраму гуру дамы Навадвипа бесплатно, без всех. Ну, даже не брал денег за участие. Любые бедные люди могли прийти и участвовать в парикраме. И вот они могут принимать прасад, слушать харикатху от саду, совершать и слушать киртан. В обусловленном состоянии это более важно. Уделять внимание харикатхе и харикиртану, чем повторять харинам. Поскольку кто-то может повторять харинам, какие-то ошибки совершать, намапарадху, намапарадх повторять, быть чем-то осквернены, есть не настоящий просад, ну, или просто еду какую-то. Это не очистит наш ум. Это вот в этом проблема. Почему мы не можем, как сказать, ожить буквально на пути баджана, поскольку мы не едим настоящий просад, а не слушаем настоящую харикатху и настоящий киртан, это тоже просад такой духовный, нематериальный. Если это осквернено, то сложно прогрессировать. И поэтому, если кто-то, будучи в таком состоянии, совершает баджан годы, десятилетия, то не получает результата. И так можно совершать баджан бесконечности, ничего не достичь. Я знаю, вы заинтересованы в баджане, но нужно узнать, что такое настоящий харибаджан. Нужно подготовиться, чтобы быть готовыми встретиться с любыми сложностями на пути баджана. И вот на этом собрании Шрила Прабхупад был успешен в том, чтобы утвердить превосходство вайшнавов над браманами. И после этого что случилось, что все собрание, они были настолько восхищены его словами, начали кричать «Слава, слава! Джайхо, Джайхо!» и побежали к Шриле Прабхупаде, чтобы прикоснуться к его стопам. Что, и они поняли, что, несомненно, он посланник Гуранги. И после этого Вишамбарананда Дев Госвами он понял и приказал, чтобы принесли большое, огромное ведро воды. И все хотели прикоснуться к стопам Шрилы Прабхупады, и вот решили омыть стопы Шрилы Прабхупады. Он был не готов, но все же его заставили омыть стопы, и омыли его стопы, и эту воду начали раздавать всем желающим. И вот, в общем, за час там сидели много тысяч людей, которые там были, они всю воду эту разобрали. И это он зовет Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати, и после этого и какие-то местные лидеры сказали, что если наш Шрила Прабхупад готов принять вот нас всех в свои ученики, мы хотим принять прибежище у него. Ну, нам немножко нужно тут небольшой компромисс, мы тут чай пьем и чуть-чуть там.
битель жуют. Шрила Прабхупад говорит, что говорит о тысяче учеников, мне даже одного такого не надо. Но сейчас можно видеть, многие ачарьи идут на любые компромиссы, чтобы набрать побольше учеников. Даже тут Абхишек Матаджи позволяет проводить, в общем, всем подряд, любым с улицы. Что говорить о проповеди? Это такими действиями они больше не проповедуют, а позорят учение Шрилы Прабхупады. И вот такая неправильная такая проповедь, с точки зрения Махараджа, вреда от нее больше, чем польза. Лучше слушать Харикатху, утвердиться в учении Гуранги Махапрабху в Адвайян Татве. Адвайян Татва, что это во всем этом мире есть одна единая Адвайян Татва, это Кришна. Но если у кого-то есть дуальное представление, это с таким настроением вносит, имеется в виду, что человек мир. Если объект его поклонения, восхищения и всего остального не Кришна, он постоянно отвлекается на какие-то посторонние вещи, то это не проповедь. И вот я в Махараджи был в Джашре, в храме Джаганнатха. И вот там он говорил Харикатху на Бенгале, и вот там он сказал, что Махарадж не собирается, ну, как бы он на западные страны не ездит, но проповедь там автоматически происходит по милости Нитянанды. Люди слушают его Харикатху по всему миру. И вот так физически тяжело проповедовать, поскольку не все могут вынести и принять то, что говорит Махарадж. В читании Матхи Махарадж какое-то время говорил Харикатху, но там местные не смогли принять то, что он говорит, но слишком это было очевидно. И, ну, в общем, Махарадж назвал вещи своими именами, ну, в общем, выгнали его оттуда. Из читания Матха. Ну и из других мест тоже находятся недовольные, пытаются всячески мешать. И Махарадж не стремится ни к популярности, поэтому принимает вещи такими, какие они есть. И вот Махарадж написал статью о том, что общественные интересы и интерес сампрадай — это разные вещи. И вот там он выражает беспокойство о том, что приоритеты не в ту сторону оставляются. И очень печально видеть такое положение вещей. Нет, Махарадж одному человеку дал четыре книги на
перевод внешний, он как бы брат Боги Махараджи, но тот как-то перевел, но... Но перевод, в общем, получился очень плохой, нужно все там переписывать. Ну, в общем, мораль в том, что если что-то хорошо сделать или хорошо переводить, нужно самостоятельно этим заниматься, не надеяться на других. Вот тут Махарадж говорит о сложностях перевода, что далеко не каждый может заниматься переводом, можно язык знать, но суть того, что переводят, не понять. Нужно еще и милость И вот Шрила Бхактивинода такого хотел выразить, ну, в общем, выражал сожаление о том, что будет происходить дальше, и предостерегал нас. И Шрила Прабхупада также говорил, что Бхактивинодара, она никогда не прервется, не остановится, но вот это шлока, с которого начал. Здесь говорится, что единственная обязанность ачарьи – это защищать Гауравани. Чтобы И вот Шрила Прабхупада говорит, что чтобы понять, кто настоящий преданный, а кто демон, нужно изучать их сиддханту, их учения, смотреть на их жизнь, на их характер. И можно иногда заметить, что некоторые не те, которые за себя, которые, ну, в общем, некоторые люди выдают себя за кого-то другого. Если внимательно посмотреть на их учения, слова, поведение, характер, жизнь, то все станет ясно, что... И вот Шрила Прабхупада говорит, что с такими демонами, которые притворяются преданными, с ними лучше не иметь никаких дел и никакой связи. И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет. И вот иногда бывает, что даже родственники выступают против Гуранги, против его учения. И против нашей Гурварги. С такими тоже лучше никаких дел не иметь.
И вот даже здесь приводится пример из Бхагаватам Деви. Ну, это жена Шивы, когда ее отец начал оскорблять Шиву Шанкар Бхагавата, Шанкар Бхагаван. И вот эта жена Шивы, она была настолько опечалена этим, что даже решила оставить свое тело, поскольку Шива мог ее называть Дакшайни, дочь Дакши, это ей было неприятно иметь связь с таким оскорбителем Шивы, хотя он ее отец был. И вот Шрила Прабхупад вечно присутствует в Гаудия Матхе. Те, кто вечные спутники. Шрила Прабхупад сам говорит, Гауранга, он выбрал особых преданных и отправил их для проповеди в моей, для помощи в моей проповеди, если кто-то называет учеников Шрилы Прабхупады негодяями, это нехорошо. Мы должны возмущаться этому. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал эти слова. И Шрила Прабхупад тоже говорит, что вот те, кто отвернулись от Гуранги, как их опознать, они могут носить одежду саньяси или шафан или еще что-то, но по сути быть, они отвернулись от Гуранги, как их опознать по их характеру, по их поведению, по их сиданте, по их словам, по их учению, по их жизни. И мы должны понять разницу между подлинным ачарьей и нет. То есть можно еще заметить, что некоторые люди занимаются под именем проповеди, приносит какой-то яд, который отвращает людей от Гуранги. И вот если вы заметите, внимательно проанализируете и заметите, что чьё-то учение, книжки, статьи, они как-то в общем, это такие люди сами отклонились от пути Гауранги Махапрабху и других пытаются отклонить. Придумывают какие-то новые методы проповеди и прочее. И Шрила Бхактивинода Тхакур в комментарии к Упадишамрите написал, ну то, что мы должны следовать предыдущим ачарьям. А те, кто а те, кто, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур там пишет, что те, кто придумают какие-то новые пути, такие не просто сами будут наказаны, и вместе со своими последователями попадут в ад. И малейшее отклонение от пути нашей Гуруварги может стать причиной нашего падения, малейшее отклонение от пути нашего Гурудева Гуруварги. Это может стать причиной нашего падения. Очень сложно для нас принять. И поэтому я не приглашаю всех на Харикатху. Он уже получил разрешение, я могу прийти, но
Некоторые все равно приходят, даже если не звали. Ну, по интернету слушают многие. И вот Шрила Прабхупада сказал, что те, кто отклонились от пути, можно понять по внешним признакам, что они демоны, они преданные. И главный признак то, что они выступают против Гауди Матха, против Махапрабху и всего остального. У нас есть наша обязанность очищать намахату. Если кто-то под именем намахаты приносит какой-то мусор и оскверняет рынок святого имени, то это нехорошо. Намахата значит там, где чистая Гурвага прославляет абсолютную истину. Это зовется намахата. Намахата основана Нитянандой. И те, кто последователи Нитянанды, те, кто имеют место у лотосных стоп Нитянанды Прабху, они... всячески защищают эту намахату от всякой скверны. И это тоже наше место, это тоже намахата. Там, где чистая харикатха происходит, она тоже должна быть чиста. Лучше возьму веник и подмету с помощью харикатхи. Это тоже, если мы говорим об абсолютной истине, это тоже очищает это место. Некоторые гордятся, что у них много учеников, но стремление к количеству — это значит компромисс с качеством. Шрила Прабхупада дал мне бесстрашие, и поэтому я могу бесстрашно говорить об абсолютной истине. Некоторые люди возмущаются, я все равно я бесстрашен и говорю с бесстрашием обучения Шрилы Прабхупады. И Махарадж даже к астрологам не ходил. И вот однажды все-таки его друг повел к астрологу в Варанаси. И тот какой-то известный был Чатурведи. Но так специально Махарадж не занимался этим. И вот тот посмотрел и сказал, что можно не беспокоиться, быть бесстрашным, никто никакого вреда не принесет, хотя могут пытаться.